Добро пожаловать на Йохан Кройф Арену. Все здесь готово для проведения нашего матча. Как всегда, следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Гости в следующем составе сегодня играют. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. И наш матч начинается. Дэвид Классен. Себастьян Алле. Мяч к сопернику переходит. Марио Гёцзе. Эрон Захай. Потеряли они мяч. Добро пожаловать на Йохан Кройф Арену. Все здесь готово для проведения нашего матча. Как всегда, следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Гости в следующем составе сегодня играют. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Добро пожаловать на Йохан Кройф Арену. Все здесь готово для проведения нашего матча. Как всегда, следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Гости в следующем составе сегодня играют. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Добро пожаловать на Йохан Кройф Арену. Все здесь готово для проведения нашего матча. Как всегда, следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Гости в следующем составе сегодня играют. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого.